Вот. Сегодня погода, слава богу, позволяет побольше сделать. Досок, правда, осталось вот совсем мало. Вот еще остатки горбыля. И вот здесь остатки горбыля, но на будке он там слишком кривой. Тут, пожалуй, ничего уже не выжмешь с него. Какие сможем, конечно, выберем досточки, чтобы их тоже использовать для будок. Вот. Сейчас Егор собирает будки. Вот. Спасибо большое, сегодня приехал мне на помощь. Вот. Что успеем, будем делать. Сейчас покажу. Вот здесь идет сбор будки. Егор собирает еще тройную будку, чтобы сэкономить дерево, насколько это можно. Вот у нас еще здесь остатки досок и все. То есть намного будок нам уже не хватит. Вот что сможем, стараемся использовать. Вот это вот сейчас доделаем тоже. Ее просто установить нужно и сверху оббить, чтобы не протекало линолеумом. Вот. Здесь вот тоже сейчас нужно расчистить территорию, чтобы здесь из того грабля, что осталось, не знаю, насколько хватит, доделать еще три вольера. Но с материалом, конечно, с деревом у нас совсем беда. Линолеумом застилаем сверху, чтобы внутрь ничего не текло. Вот. Для Ричи вот большую будку сюда притаранили, она уже покрыта линолеумом. Вот, так что сейчас будут переселенцы из временного вольера на ПМЖ. Приступаем к переселению наших этих поселенцев, Ричи и девчонка. Ведите себя как девочки. Идем, заселяемся, да, будочки проверяем. Рич уже заходил, Рич. Сынок, девчонки, молодцы, мои хорошие, молодцы. Пальмуш, вот еще одна, да, пальма. Пальма, иди, тут еще одна норка есть. Ну, некоторые нескромные девочки, они в Ричевскую будку заселились, да, Рич? Вот. Да, все, да. Уляш, что, оценила? Будка подходит? Уля, Улечка. Ой, ты моя, да. Жесть, это вообще-то Ричи будка. Ричи, иди на место, Рич. Рич, сынок, иди сюда. Ты мой золотой, скажи, мне же все пометить теперь тут надо, да. Вот. Рич, сынок, иди ко мне. Рич, смотри, я тебе какую пеленку постелила. Рич. Девочка отживается, да? Рич. Все, хорошо. На новом месте все пометить надо. Ну, теперь у нас остался пустой тот вольер временный, в котором сидели они. И сейчас теперь мы его будем доводить до ума, чтобы туда переселиться. Опять же, соседний. Тут, конечно, соседи вон разволновались сразу. Да, секунду вдоль забора. Ну, ничего, сейчас чуть-чуть полают и привыкнут. Вот, Егор, спасибо. Вот, хвостики, да, вот, помог им водочки. Все. Ричи, где твоя будочка, а? Ричи? Ну, он уже ее примерил, вроде как нормально. Хорошо ему там. Девчонки туда все трое влезут.